Уважаемые коллеги, сегодня мы стали свидетелями печальной страницы в истории Генеральной Ассамблеи ООН. Ряд делегаций под предводительством Германии решили злоупотребить полномочиями Генеральной Ассамблеи и под видом резолюции об учреждении памятного дня принять политическую декларацию, целью которой является, несмотря на заявление инициаторов об обратном, демонизация одного из народов бывшей Югославии, подрыв Дейтонского мирного соглашения и утвердивший его резолюции Совета Безопасности ООН 1031. Неудивительно, что принятая голосованием неконсенсусная резолюция не только не призывает к полному выполнению буквы Дейтона, но даже не упоминает его. Принята эта неконсенсусная резолюция совсем не с тем счетом, на который рассчитывали организаторы. Посмотрите на цифры. Не поддержало эту резолюцию большее количество членов ООН, чем те, кто ее поддержал. Среди инициаторов проекта постоянный представитель Боснии и Герцеговины, который в этом вопросе действовал с превышением своих полномочий. Согласно Конституции Боснии и Герцеговины, которая является частью Дейтонского соглашения, внесение принятой сегодня резолюции должно было быть одобрено всеми членами президиума этой страны. Видим в этом еще одно подтверждение последовательной линии части боснийских элит и их западных менторов на подрыв роли президиума как высшего выразителя консенсусной позиции многонационального боснийско-герцеговинского общества по ключевым для государства вопросам. Напомним, что система баланса интересов трех государствообразующих народов и двух энтитетов является сердцем Дейтонского мирного соглашения, положившего конец кровавой гражданской войне Югославии. Авторы инициативы изначально вводили членов Ассамблеи в заблуждение. Они провозглашали, что резолюция ведет к примирению, и при этом скрывали, что в ней отсутствует главный элемент – согласие всех народов и энтитетов страны. Даже сам факт внесения проекта и его обсуждения привел к росту напряженности в Боснии и Герцеговине и на Балканах в целом. Подтверждением тому являются многотысячные демонстрации в Бани-Луке, письма и выступления сербского члена президиума БИК Жельки Цвияновича и представителей Сербии на заседаниях Совета Безопасности ООН 30 апреля и 15 мая. О том, что обсуждаемый сегодня вопрос имеет непосредственное юридическое измерение, говорит и сделанное 22 мая Народной скупщиной Республики Сербской заявление. Хотели бы обратить внимание на абсолютную неуместность проводимых параллелей с резолюцией по геноциду в Руанде и сегодняшним решением по Сребренице. Проект резолюции Генеральной Ассамблеи по Руанде перед рассмотрением в Генассамблее был согласован внутри страны, затем в региональной группе, Афросоюзе. В случае с данной резолюцией мы и близко не увидели хоть какой-то попытки согласовать общие подходы. Вместо этого вышеупомянутая группа друзей подготовила и выставила на всеобщее обозрение проект в качестве готового продукта по принципу «take it or leave it», прикрывшись парой раундов формальных консультаций. Все призывы представителей ответственных членов ООН, включая Россию и Сербию, вернуть вопрос о дне памяти жертв боснийской войны на национальный уровень для его обсуждения всеми тремя государствообразующими народами БИК, а также добиться единой позиции в регионе, были отвергнуты. Зато в списке соавторов фигурируют Германия, Соединенные Штаты, Франция, Великобритания, Финляндия, Ирландия, Италия, Лихтенштейн и даже Новая Зеландия. К соавторам не постеснялись примкнуть даже Нидерланды, чей так называемый миротворческий батальон сыграл позорную роль в трагедии Сребреницы в 1995 году. Очевидно одно. Инициаторы сегодняшнего решения действуют намеренно, подталкивая Боснию и Герцеговину к конфронтации без оглядки на то, какую цену они заплатили в ходе гражданской войны в 90-е годы. А тогда погибло 100 тысяч человек, и кровавых трагедий этой войны в отношении не только бошняков, но и сербов и хорватов можно припомнить немало. Впечатление, что это делается для того, чтобы боснийские народы не примирились никогда. Видим в этих действиях угрозу миру и безопасности в стране и регионе в целом. Все это цинично и лицемерно. Однако, что еще более удивительно, главным спонсором данной резолюции решила выступить Германия. Страна, которая в 20 веке разожгла две мировые войны, уничтожила в концлагерях миллионы людей, несет ответственность за массовые преступления в Африке
и принимала самое активное участие в развале Югославии и бомбардировках Сараева в 1995 году, теперь пытается с трибуны Генеральной Ассамблеи поучать остальных о важности национального примирения. Убеждены, что у Германии нет никакого морального права даже упоминать термин «геноцид» по отношению к чему-либо, кроме своих чудовищных преступлений. Напомним, что сама ООН, в залах которой мы находимся сегодня, была создана из-за преступлений нацистской Германии с целью предотвратить подобные преступления против человечности раз и навсегда. Хотели бы также отметить, что своим шагом авторы проекта ликвидировали своего рода статус-кво, державшийся на резолюции Генеральной Ассамблеи 69-323 о провозглашении 9 декабря Международным днем всех геноцидов и открыли ящик Пандоры. Напомним, что решение Генеральной Ассамблеи ООН о геноциде и других преступлениях нацистской Германии в отношении народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны 1941-45 годов принято не было. А эти преступления нацистского режима внесли жизни 27 миллионов советских граждан. Пострадали многие европейские народы, в том числе очень тяжело сербы. Мы это не забыли и не забудем. Никто не забыт и ничто не забыто. Господин председатель, мы не можем обойти стороной заявление ряда делегаций о важности соблюдения решения Международного трибунала по бывшей Югославии и Международного суда ООН. МТБЮ и его преемник, остаточный механизм, которые были созданы для обеспечения беспристрастного правосудия, эту задачу полностью провалили. Их предвзятые и политизированные решения ничуть не способствовали устойчивому примирению на Балканах. МТБЮ и остаточный механизм лишь поспособствовали углублению разногласий на Балканах. Ответственность за события 90-х годов они возложили почти исключительно на сербов, проигнорировав многочисленные преступления остальных сторон конфликта. В результате голоса сербских жертв так и не были услышаны. Никакой справедливости они не добились. Для МТБЮ и механизма сербских жертв преступлений как будто и вовсе не существовало. Настоящее правосудие так не работает. Не говоря уже о том, что доказательная база МТБЮ строилась во многом на спорных юридических концепциях, изобретенных самим же трибуналом. Его решения насчитывают тысячи страниц, но субъективная составляющая состава преступления геноцида была выведена из пересказа свидетелем содержания одного телефонного звонка, причем только с одной стороны провода. Международный суд ООН не стал вдаваться в детали и просто принял на веру все выводы МТБЮ. В своих особых мнениях к решению от 26 февраля 2007 года ряд судей прямо указал на это. Господин председатель, мы неоднократно слышали, что представленная резолюция всего лишь должна закрыть пробел, подтвердить решение международных судов и содействовать долгосрочному национальному примирению. Однако горькая ирония заключается в том, что сегодняшнее голосование наглядно показало, насколько разделено мировое сообщество как по Сребренице, так и по вышеупомянутым решениям. Принятие этой резолюции – это первая победа для ее инициаторов. Чего они добились? Если авторы ставили целью расколоть Генассамблею, о чем мы их предупреждали заранее, то это им блестяще удалось. Благодарю вас.